Традиционный турнир по легкоатлетическим метаниям собрал в Бресте самых талантливых молодых спортсменов. Организаторы мероприятия в лице сотрудников представительства Национального олимпийского комитета в Брестской области и Управления спорта и туризма облсполкома, педагогов Брестского государственного университета имени Пушкина, руководство Белорусской федерации легкой атлетики каждый год стараются сделать эти соревнования интересными, а программу более насыщенной. Ведь проведение турнира включает в себя целый комплекс задач. Этот турнир ценен тем, что это первый турнир, скажем так, после зимнего сезона. Для метателя это очень важно, потому что многие легкоатлеты находятся в манежах, ну а длинные метания, копье, диск, молот, ну мы любим траву, мы любим такие условия, вот, которые мы получаем после зимы именно в Бресте. Нам очень важно посмотреть, в каком состоянии подходят к олимпийскому сезону наши метатели, и не только что касается олимпийской сборной, это касается и резерва, потому что у нас будет чемпионат мира по юниорам. У нас будет юношеский чемпионат Европы. Уже первые дни соревнований пополнили личную копилку участников заслуженными наградами, которые для многих из них являются особой гордостью. Турнир имеет солидную репутацию и большой стаж проведения. Здесь начинали свою карьеру многие именитые атлеты. Здесь продолжают появляться на свет новые звездочки отечественного спорта. А ведь много лет назад все начиналось с небольшого мероприятия, инициатором которого стал талантливый заслуженный педагог Пушкинского университета, тренер Евгений Шукевич. Это не только честь для университета, что у нас сработал такой замечательный человек Евгений Михайлович Шукевич, доцент, кандидат наук, заслуженный мастер спорта, ветеран Великой Отечественной войны. Но это и, конечно же, знаковое событие не только для города Бреста, но и для Беларуси в целом. Потому что здесь собираются молодые студенты, которые показывают свои возможности в легкоатлетическом метании. Очень интересно. С других стран посмотреть. Вот там с Украины есть классные девушки, которые метают очень красиво. Учиться, смотреть на показ. В прошлом году турнир по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича получил статус международного. А это еще одно яркое подтверждение тому, что за долгие годы проведения соревнований они не только не потерялись в большом множестве спортивных мероприятий, а наоборот, еще больше утвердились и получили популярность далеко за пределами Беларуси.